11 октября, в день празднования Дня Республики, по всему Башкортостану прошли ярмарки. В Николо-Березовске сельскохозяйственные предприятия района, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели выставили на продажу мясо, молочную продукцию, овощи, мед, рыбу, мучные изделия и другие продукты питания. Также в продаже были зерно, сено, солома, навоз, дрова и саженцы. На массовом мероприятии были организованы спортивные игры для детей и молодежи, а на площади состоялся концерт творческих коллективов Центрального районного дома культуры.